Good morning, driver. Welcome to the Capo STGV duplex. Signed from Lyon. You will make your journey to Marseille, making a single stop at Avignon along the way, on this high-speed passenger service. Allow passengers to board here before departing. Доброе утро, машинист. Добро пожаловать в кабину этого TGV Duplex. Начинаем здесь, в Лионе. Ты доведешь свое путешествие до Марсилия, сделав одну остановку в Авиньоне из всего пути своей высокоскоростной пассажирского сервиса. Погрузи всех пассажиров на борт до того, как отправиться. Всем привет, ребята, с вами я, Егор. Играем в тренинг-симулятор. TGV Duplex у нас маршрут. Это Рони Альпес и Миди Трассе, TGV, LGV. Едем из Лиона Сент Экспури TGV. Настоящий Лион находится хрен знает где, но мне пофиг. Запускаемся, включаем тут дворники, все на свете вообще там. Не знаю, фары, наверное, уже включены. Короче, вот так вот. Все, двери закрыты, можем поехать. Все, она срубила с ТВМ 430. Все, заехали мы на главный путь TGV линии. Сейчас поедем прямо. Будет разъезды с Лиона Центрального. Ну, мы прыгнем прямо по LGV. До Авиньона. Он уже нажал. До Авиньона у нас 12 километров. До Марселя 37 километров. Долго ехать. Стало тут 300 км в час. Сейчас уже будет. Thank you.
Вот мы проездные развилки, вот эти вот. Prochaine gare Avignon, piste 3. Next station Avignon, track 3. Thank you.
Я смотрю, тут еще реально разработчики сделали зиму, что это какое-то летная осень, потому что вижу некоторые деревья все равно какие-то желтые, будут прям осень, тоже зима. Ну вот, блин, снег, больше нет, такой, блин, снег. Когда во Франции летом минус 25, особенно в Лионе может быть там минус 20 еще как-то поливать температуру летом. Летом, зимой. Может быть даже плюс 15, когда прям холода, холодильные там. Но блин, какой нафиг снег? Какой снег в Марселе, в Лионе? Юг, Европа, но снег на юге Франции, полный бред.
штраф получает тягу. Это чтобы была отключена заворот тяги. Тяга тормоз. То есть 100, 0, 100%, 0 и минус 100%. Вот минус процент тяги. Это рекуперация или реостат? Мне кажется, рекуперативный реостат тормозится еще. Лучше будет тормошка. Либо реостат. Если рекуперация. Откуда будет подбираться рекуперация? Вот это будет. Ну, может быть, всех снова, а он будет рекуперация будет. Что вся рекуперация закончится, а? Или остаток? Бесконечно. Ну, мало в скоростях. Так что мне кажется, тут либо реостат, когда было поздно, проводил сломки. Так что, скорее всего, здесь рекуперативный реостат не поможет. Вот, минус процент. Во Франции такие вот виадуки делают между горами.
посмотрите, там проходит обычная линия. Скорее всего, тоже какая-нибудь Марсель. Для пригородных электричек и каких-нибудь Евросити. Что типа этого? Ой, Евросити, Евромахов. Евросити. Даже заезды. Можно заехать посередок трек на мой путь. Еще 20 километров пройдем по этой ровной, потом будет гора, мы на нее заедем, там и проедем, будет спуск по мосту прям по региону. Thank you.
Какая огромная река. Прямо речище. И вон те пути другие. Супер широкая вообще река, блин. Вау. Thank you.
разобрался. Опоздал на 1.5 минуты. Ну ладно. Но теперь буду знать, куда нажимать, чтобы отпустить это экстренное торможение. На Acknowledge. Теперь буду нагонять график. TGV поезда должны прибывать и того.
Ого, 220 кочек. Thank you.
Ну вот мы прибываем на перрон. Кстати, нагнал график. Во.
наш консульский умудрился зафейлить. Прибыл на полминуты позже. Ну, опоздание минуты не считается. Nicely done, driver. Сценарий complete. Хорошо сделано машине, сценарий завершен. Ну что, всем пока, с вами был я, Егор. Подписывайтесь, ставьте лайки, пока. А, еще на второй канал.